Это «Одесса в цифрах», и сегодня мы поговорим об одесских школьниках. Итак, по официальной статистике, в общеобразовательных учреждениях города учатся и воспитываются 84 496 учеников. Из них 1312 – это дети переселенцы из зоны АТО и 134 – из Крыма. Стоит отметить, что в этом году в Одессе попрощаются со школой 4500 выпускников 11 классов. Среди них 229 претендентов на медали. 167 учеников могут получить золотую, а 62 – серебряную. При этом 11-классники уже сдали главный экзамен, от которого зависит их дальнейшая учеба в вузах. По информации Украинского центра оценивания, первый этап ВНО по всей стране прошли около 300 тысяч абитуриентов. Что интересно, только 5 человек из Одесской области справились с тестами по украинскому языку на отлично, это 200 баллов. А вот провалили этот экзамен 10% абитуриентов из нашей области. А вот с 1 по 8 июня более 7 тысяч девятиклассников пойдут на государственную итоговую аттестацию. Экзамен будет проводиться по трем предметам – украинскому языку, математике и последний на выбор школы. Из всех одесских учеников 9 классов 337 школьников претендуют на получение свидетельства с отличием. Уже сдали все свои экзамены самые маленькие. Ученики 4 классов проходили государственную итоговую аттестацию. В этом году она проводилась с 12 по 21 мая в виде итоговых контрольных работ по украинскому языку, чтению и математике. Ну а мы желаем абитуриентам удачи на экзаменах, а тем, кто помладше, просто хорошего и увлекательного лета.